Официально Минск готов принять заседание Высшего Госсовета Союзного Государства и совместить его с визитом вновь избранного президента России. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного Государства Григорием Рапотой. По мнению нашего президента, у сторон накопилось достаточно вопросов для обсуждения и в военно-политической, и в экономической плоскостях. Однако решать их целесообразно после проведения выборов президента России. Они состоятся в это воскресенье. Президентские выборы, которые всегда активизируют и общество, не говоря уже о разного рода элитах, о заинтересованных людях. В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс, и все это не может не сказываться и на Беларуси, но к нашей радости к лучшему, потому что не только активизируется общество, но и экономика в преддверии президентских выборов. А поскольку мы теснейшим образом нашей экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное, этот тренд и после выборов поддержать. Но я думаю, сможем. Я уже говорил о том, что есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию и в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. У нас в Беларуси сходится во мнении, если там получится у президента России, вновь избранного, посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего Госсовета, было бы неплохо. С датой проведения Высшего Госсовета решено определиться по завершении избирательной кампании. Тем не менее, Григорий Рапота проинформировал белорусского президента, что повестка уже сформирована, а все, что можно решить в рабочем порядке, не откладывают в долгий ящик. Так, под бюджетом союзного государства на этот год уже стоит подпись Александра Лукашенко. Сейчас стороны работают над корректировкой военной доктрины. Обновленный вариант могут представить как раз на заседании Высшего Госсовета. На встрече затронули и тему поставок в Россию белорусского русской сельхозпродукции. Ежегодно страны утверждают так называемый баланс экспорта и импорта. Обычно в начале года, но не в этот раз. Мы всегда добиваемся того, я уже говорю о постоянном комитете, добиваемся того, чтобы эти балансы составлялись как можно раньше. Вот уже год идет, а они еще не утверждены там по ряду позиций. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как-то ответственные за это министерство и ведомство побыстрее эту работу провели. Хочется верить, что все будет нормально. Да, в конечном счете у нас всегда все нормально. Но иногда это приобретает затяжной характер и вызывает массу раздражения у всех участников, так сказать, рынка. Поэтому чем быстрее это будет решено, тем лучше. Мы свои услуги предложили, пока мы не востребованы в этих услугах. Видимо, обойдутся в рамках Евразеса или в двухсторонних переговорах как-то своими силами. Как известно, Россельхознадзор заявил о намерении ограничить поставки белорусского молока с 15 марта. К слову, этот срок неоднократно переносили.